Хабаровский край стал одним из первых регионов, где внедряется социальный стандарт, разработанный агентством стратегических инициатив. В работу взято несколько направлений, среди них медицинское обслуживание и обеспечение жильем. Идет капремонт многоквартирных домов и коммунальных объектов, расселяется аварийный жилищный фонд, решается вопрос с предоставлением квартир для сирот. В этой части с 2021 года введена дополнительная мера – социальная выплата на покупку жилья за счет средств краевого бюджета. Учитывая положительную практику обеспечение жильем сирот за счет социальных выплат, на федеральном уровне принято решение о предоставлении сиротам жилищных сертификатов на покупку жилья и погашение ипотечных кредитов. Данная мера поддержки вступает в силу с 2024 года. Еще одно направление – социальная защита населения. Различные выплаты в регионе получают более 480 тысяч человек. В этом году в отрасли заработали новые программы. В их числе микрореабилитационный центр для занятий с детьми-инвалидами на дому и система долговременного ухода за одинокими людьми с ограниченными возможностями. Это очень востребованная сегодня услуга. Уже 250 человек у нас включились в эту работу, и она будет продолжена и в следующем году. В этом году мы охватили Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В следующем году мы будем расширять географию и привлекать другие территории Хабаровского края. Также, по словам министра соцзащиты края, в регионе продолжается работа по предоставлению мер соцподдержки в формате социального казначейства на основании одного заявления или совсем без него. В такой режим переведено уже больше 50% мер. Так держать, но надо еще больше. Есть конкретные результаты, и Александр Олегович о них сказал. Вот, становится более оперативным предоставление социальных услуг, удобным для населения. Прошу в 2024 году темпы не сбавлять. До конца года оформлять справки дистанционно станет возможным и во всех школах края для получения разных выплат. Также губернатор дал поручение провести аналогичную работу с медицинскими организациями. Анастасия Привецкая для «Большого города».